Приветствую вас, братья и сестры. Доброе утро, дорогая церковь. Да, сегодня чудесный день, новый день. Бог благословляет нас, и это слово на каждый день. Аминь, аллилуйя. Я хочу прочитать из книги 1 Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Знаете, братья и сестры, вот мы, команда прославления, мы сегодня стоим перед вами, говоря это слово, говорим, что мы все дети Бога. Аминь. Мы имеем эту любовь. Он даровал нам это единство. Он даровал нам эту любовь. Мы благодарим Господа за такую большую семью, за каждого из вас, потому что на самом деле процесс этого очищения, то, что мы имеем сегодня от Господа, мы понимаем, что мы Его дети, и мы увидим Его такой, какой Он есть. Аллилуйя. И это дает нам надежду очищать себя, по-другому двигаться, по-другому работать, от чего-то освободиться, от чего-то отказаться, только потому, чтобы всегда быть вместе, радоваться и наслаждаться Его присутствием. Мы вас благословляем. Благословляем. Есть что сказать? Есть? Любите друг друга и радуйтесь. Веруйте в Евангелие. Все? Аминь. Больше никого ничего нет. Это слово на каждый день, и скоро Иисус грядет. Маранафа!